Всем привет! В этом видео я вам покажу, как сделать невидимую бабку с помощью мода от 0 зарепа. Но для начала нам надо найти ключ от арбалета. Так, он может быть здесь. Так, ну или хотя бы дробовик собрать. Да, давайте пока по ходу смотреть, что быстрее соберется. Дробовик или ключ найдем от арбалета. Так, что у нас здесь есть? В бардачке может что-то интересненькое. Так, нет. Нам игра... Так. Прикол. А я не понял, почему он собрался весь. Я ж только одну часть принес. Может, это у 0 зарепа такой прикол есть? Если честно, не знал. Напишите в комментариях. Сейчас смотрите, что будем делать. Так, стреляем. Сейчас бабка уснула и клонируем ее. Смотрите, спящую наклонировали. Сейчас идем куда-нибудь. И будем наблюдать, как двери сами собой открываются. То есть бабки ходят. Так, это так стоит? Да. Вот, смотрите. И там у нас... Да, ужас. Среди никого нет. Бабка невидима. То есть я усыпляю бабку, и она становится невидимой. Все, сейчас дверь бесконечно будет открываться и закрываться. Потому что здесь очень много бабок. Но я, видите, хожу через них и даже не задеваю. Вот, видите? Хожу и не задеваю. То есть бабки исчезли. Сейчас интересно будет посмотреть, когда основная проснется. Так, вы все еще там балуетесь. Сейчас посмотрим, когда основная... О! Основная проснулась. Эти все еще остались невидимыми. Прикол. Так, ну мне, кстати, нравится, удобно. Они не мешаются, и дверь открывается всегда. То есть всегда можно пройти. Так-то этот лайфхак удобен. Так, а если еще раз нажмем клонировать? А, уже клонировались нормальные. Клонируется всегда та бабка, которая у нас основная. Видите, открыла невидимая. А видимая еще подходит. Вот у нас еще... Даже еще подойти не могут. Так, давайте все вернем в самое начало. Попробуем то же самое проделать с арбалетом. Все. Ой. А, не дадут зайти. Сейчас ищем ключ от арбалета. Так, ну-ка, здесь рукоятка есть от колодца, интересно. С дробовиком протестировали, работает. Ну-ка. Да, конечно, здесь рукоятки не будет. Игра мне козлит. Так, а здесь я уже был, да? Да, здесь я был. Где у меня кусачки? Давайте пойдем к Тедди. Да, этот баг я заметил сам. Если уже кто-то на каналах делал, то я этого не видел. Прикол, да? Дробовик собрался, хотя еще не все вещи собраны. Так, я здесь не был. Конечно, здесь ничего нет. Игра не хочет подыгрывать нам. А, прям врезаемся. Вот еще часть дробовика. Уже ствол. Так, молоток есть. Ну-ка. Что у нас есть здесь? Конечно же, ничего. Но мы сейчас быстро найдем. Там у нас падла кей ненужный. Но мы все равно перейдем.
Убедиться надо, да, это падла Кей, он вообще не нужен. Он открывает дверь, он ничего нам не улучшит. Так, бабка нам все доски сломала, помогла, молодец. О! Кар Кей. Бежим. Может быть, там у нас ключ какой-нибудь важный. Так. Вон дробовик валяется. Уже, скорее всего, разряженный. О. У нас арбуз. Кстати, быстрее, наверное, через верх. Так что, если знаете, что бабки здесь нет, лучше через верх ходите. Так, заодно здесь посмотрим. Ключ от игрушечного домика. Он нам пока что не нужен. Кстати, выкинул. Арбуз, похоже, у меня на голове стоял. Так, ох ты! Я думал, ты обратно в дом вернулся, а ты... Так, ты мне что помещаешь? Yes, weapon key. Бабка, открывай. Я жду. Молодец, заходи, а я обойду. Так, ну вот и все. Сейчас будем проверять с арбалетом. Можно ли бабку сделать невидимой? Но стреляйте именно тогда, когда она уже заснет. А не тогда, когда она окаменеет. Раз. Она еще пока не окаменела. Все, уснула. И клонируем. Сейчас, смотрите, наклонируем. Так, ну штук 30. Еще потом покажу, что будет, если бабки невидимые убьют. Эти двери закрываем. Сейчас пойдут, наверное, невидимые бабки. Ждем. Да, все, невидимые ходят. Ну-ка, в ванну зайдете? Видите, надо поскрипеть. Да, все, двери сами собой открываются. Реальной бабки еще нет. Да, стрелять не получится, ладно. Сейчас вам покажу, что будет, если они будут убивать. Кстати, заодно проверим конечную сцену, где нас бабка убивает. Будет ли она там? Кто сейчас откроет? А, невидимая. Так, контратаку выключаем. Все, меня мутузят, но непонятно кто. Прям набивают. И сейчас, кстати, в этой комнате тоже убьют. Вон уже, видите, бьют. Уже бьют. Это жесть. Меня уже убили давно. Причем. Представляете себе, убили до того, как дверь открылась. Это, в общем, без шансов победить. Основная бабка говорит, что меня видит, но она, конечно, врет. Я еще только с кровати встаю. Уже дверь открыта, я готовенький опять. Смотрите. Меня опять избили. Сейчас посмотрим еще на финал. Они почему-то бьют и сами падают, как будто. Очень много звуков падений. Может, они сами умирают? Убили, это какая жизнь-то уже четвертая? Даже мертвого добивают. Вон, еще раз ударили. Так, и ждем еще раз. Даже, наверное, контратак, если врубим, то уже не поможет. Потому что я уже, скорее всего, убит. Смотрите. О! А, я гигантом стал? Нет. Я просто встал и провалился. Я провалился под пол, потом почему-то опять появился обратно. Так, проверяем, остались ли у нас невидимые бабки. Закрываем. Сейчас, наверное, основная придет. А, так они, наверное, все погибли.
У нас только, видите, одна основная осталась. Они почему-то умирают, когда меня убивают. Так, ну ладно, тогда сейчас дробовик зарядим. У нас тут патроны, интересно, респавнились. Я уже не помню. Да, респавнились. Сейчас ее усыпим. Так, сами, наверное, с третьего этажа упадем. Не, давайте сразу на третий этаж залезем. Наклонируем бабок и разобьемся. Так. Она, видите, с дробовика сразу умирает. Клон Гренни, много Гренни наделали. И прыгаем вниз. Что сейчас будет, я не знаю. Так, биту я видел. Ну-ка, сейчас можно клонировать? Сейчас пока клонирую. Наверное, не поможет уже ничего. Видите, нажимаю клонировать. Тут всего лишь одна. Ну хорошо. Давайте на этом видео закончим. Показал вам невидимых бабок. Это работает как с дробовиком, так и с арбалетом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.